вами снова Муристика Фрэгранс Геймс. И я вас сейчас очень сильно удивлю, а может быть и нет. Но мы продолжаем проходить Devil May Cry. Но это уже на этот раз не Данте. Это Крушение Вергилия. Новая глава этой интереснейшей и любимейшей мной игры. Давайте посмотрим, что тут происходит. Синий мочебуря атакует врагов. Буря, мам, ох ты ж, ёлки, палочки. Давайте параметры, как я люблю всегда. Звуковые эффекты, музыку потише. Звуковые эффекты погромче. Ну, ясно дело, пройти обучение для Вергилия. Элементы управления... Оппельгангер. Мам, адский курок тоже здесь есть? У Вергилия же нету адского курка. Все, давайте не будем тряпками и начнем новую игру. Готовы? Готово. Начали! Человек. Человек? Охотник на демонов. Охотник на демонов. Давайте охотник на демонов. Конечно, хочу. Только Вергилий. Давайте только Вергилий. Отлично. Быстрый рубящий удар может быть прерван при помощи любого движения, прежде чем он будет нанесен. Здесь уже синий кристалл. Что же здесь будет? Комикса. What happened to us, father? Данте betrayed me. There's nothing left for me here. Попал в ад. В принципе, неплохой чувак. Тоже тут. What is this place? Ад Вергилий. За что его в ад? Ух ты, как ты быстро бегаешь. Да что же его в ад? Он же, в принципе, ничего такого плохого не сделал. Аминки мои, вы что тут творите? Бедненький, мне так его жалко. Конечно, его было так трудно бить, но... Кто он, крутой чувак? Бегаешь, ты прыгаешь намного лучше, чем Данте. Данте прыгал почаще. Подтяжче. Тяжело, в смысле. Есть какие-нибудь виды оружия? Пока нет. Ох ты ж, мамочки мои! Не падай. Так, мы здесь были. В этой миссии есть пропащие души и фрагменты... О, здесь фрагменты надо искать, крестов. Куда допрыгнуть? Извините меня, я не знаю. О, у него тоже есть ангельское ускорение. Отлично, думаю, это пауки. Есть еще какой-нибудь другой удар. Анна тут очень, смотрите. Это... Да, это реально ад. Адские глубины какие-то. Давайте, оп. О, воу, воу, воу. О, привет, ребят, по маме соскучилась сильно. Ah.
В этой части он больше похож на Данте. Смотрите, реально похож прям на Данте. Причесочка. Ах ты сволочара, я же уклонялась. Вау, класс какой, что это? Смотрите, я попадаю прямо не откуда бы. Ах, хуйня. О, смотри, для свирепы призванными мечами. Это мы уже открыли. Укажите левую направление нажатия в соответствующую сторону, жмите Shift или R для уклонения. Это было уже. В случае, если не будет указано, при нажатии R выполняется верхняя уловка, а при нажатии на Shift выполняется нижняя уловка. А. Давай попробуем. А? Давай, покажи мне. Да все равно она не работает, это ваша уловка. Подлагивает, но это вроде так ничего так страшного. Те штуки можно резать? Скажи ко мне. Вергили клюви, конечно, Данте. Смотрите, вау. Вау, какой он офигенный мужик. Он все время меч в ножны вставляет. Это как-то напрягает. Это есть плохо. Туда мы не пойдем. Осталась душа. Бедняжка, мне такого жалко. Мне Данте не так нравился, как Вирджил. Нравится Вергилий. Он такой, смотрите, какой красивый. И он боится, как будто бы Данте. Не боится, в смысле, он считает, что это Данте. О, привет. Как бы он считает, что Данте... Damn you, Dante. У него, и ему, как бы, стыдно, типа. Да, он вечно проигрывал. Мне кажется, Вергилий старше Данте. Ну, на минуту две. Здесь классно. Что я могу вывести отсюда, что здесь нет секретных миссий? Я вижу цеплялку. Вау! У него нет такого оружия. Ой. У него нет такого оружия, но меняющегося, но у него в одном оружии есть все способности других. Как у Данте. Только у него, например, мятежник это просто меч. Клево, это клево. Прямо жутко. Все-таки Вирджил мой любимый персонаж. Мне всегда больше нравился, чем Данте. Он такой продуманный чувак. А мы не долетим явно. Давайте проверим мою теорию. Нет, долетели. Привет. Всем. Вергилий умный. Конечно, у него были свои идеи, но у меня тоже в свое время была идея поработить мир. Кого ее не было? У Стиви тоже Гриффина. Так что я не считаю. Какой ты классный мужик, блин. Если бы я тебя нашла, я бы тебя вылечила. Это. Если бы... Вместе побили бы с тобой, Данте.
костяшек. Тебе плохо? О, вот эти штуки можно крушить. Я думаю, вот отличается она как-то по текстуре. Так. Что-то тут нечисто. Падение Вергилия. Что это значит падение? Неужели он проиграл? Ау. Нет, чувак. Попугай, ворон. Кто ты? Кто это? Молодец, ты разрубил ворон. Мать моя, клок! Чё за фигня это за клок? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо тут со мной шутить. Я понимаю, если бы его звали Клоу, но почему-то Клок. А, отлично! Клок побежден! У нас незваный гость. Бедный Вергилий, он и так уже весь все изранен. Так его еще заставляют бороться. В принципе, он ничего плохого пока не сделал. Данте же его остановил, за что его так? Ой, Клок, молчать! Так, в прыжке. Так. А, да, это же вместо пистолетов. Я тебя слышу, я тебя слышу, но не вижу. Ага, вижу и слышу, но не слышу. Теперь вижу и слышу, отлично. Душа. Привет, статуя. Что ты можешь мне предложить? Улучшение. А, смотрите, он реально больше похож на Данте, чем в прошлой серии. Я Мато, давайте. Что такое слэшер, рубящий в паузу? Я не умею, я удерживать. Нет, надо неистовый полет. Было бы взять и... А что там за у иллюзии меча? Ой. И меча. Красавец. Красавец. А у тебя самого что есть? А у тебя все есть. Такое верхняя уловка. Вергилия телепортирует прямо вверх. Вергилия телепортирует прямо вниз. Он находится на земле, он немедленно перемещается туда и обратно. А, поэтому нас и ударили. Метики. Что мы можем взять? Так, мы не можем взять ничего пока что. Давайте не будем. И... броды тут сказать так. У нас нет денег. Мама, чё? Почему его мама там? The light? Okay. Это твои вопросы. Где мама? Типа... Что там делаешь? Оп, у него нет двойного прыжка. Мне там хочется получить красивую звездуречку.
Нет, я не успокоюсь. Я должна получить ту звезду. Халява всегда лучшая выгода, чем... Что там у нас есть? Shift. R. Опа! Отлично! Ух, я уж думала, что придется уходить без этой вкусняхи. О, Алия, уйти для... без вкуснях, так это что же за мир получается за перевернутый такой? Не, я всю халяву соберу. Давайте пойдем. Знаете, что? Мне кажется, что это как-то неправильно. Данте все-таки убил Вергилия, а это нехорошо. И брата убийство, тем более убивать такого красивого брата. Это же такая потеря. А. Молодец, мой маленький братюня. Так, теперь у меня остается только один выход. Мне говорят не идти на свет. А, я забываю все время, что у него нету двойного прыжка. К этому будет нелегко привыкнуть, я вам обещаю. Так, что тут у нас? Где-нибудь спрятанная финтифлюшка. Ага! Я же говорю, у меня нюх на это. А, ой, бедняк, он так кричит. Нету. А? Привет, душа, я ждал тебя. Милашка. Он, конечно, погламурнее перемещается как-то, знаете, у него есть люстра. Унитаз здесь какую функцию имеет? Надеюсь, обычную. А... Это мне не нравится, вон та дорожка, она меня даже пугает немножко. Немножко пугает немножко. Патас! Папа! Получайте! Да я уклоняюсь же, боже мой. А что ты убегаешь? Я тебя всего лишь побью. Давай! Тупой Батас меня бесит. Батас? Или папа? Папа! Опа! Ну да, по-моему, я читала комментарии критиков. Мне кажется, Демон на экране немножко... Продамся, разумеется, немножко по радости как-то все это происходило. Ясно, я так и знала, что это все будет плохо. Нет, 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 я понимаю, но куда бежать? Куда бежать?
А, можешь учесть? А, никуда бежать не надо, вон оно. Там переусложняют. Вот мы и на свету. Ай. Привет, ребят. Скучилась по вам. Да ты, это ты меня ударил только что, да? Так, жалко, что сейчас как в танце притягивать нельзя. Да ты, блин, я же уклоняюсь, как ты так делаешь? Эй, здесь бесконечные бои! Чувак, попавший, не знаю куда, но после того, как меня предал мой брат, нет, что я такого сделал, что мне нужно копно из демона. Или у вас такое, может, они мне хотят поприветствовать, подарить мне набор подарков для новичков, там будет мыло, свечи. Ребята мне больше нравятся, определенно. Они такие забавные. Так, один есть, остался еще один. Блин. Отлично. Как его? Крон? Что я могу сказать? Мне ужасно грустно стало. Крест не нашла, блин. Плохие оценки. Но здесь... А, я поняла, я же охотника демонов выбрала. Ну, смотрите, в принципе, неплохо. Если честно, мне немножко погрустнело, потому что Вирджил мне нравится вообще как персонаж. И тут смотрите, как получилось, что бац, он попал в ад, и его теперь будут вечно мучить воспоминания о том, как Данте его протырявил своим мятежником. Да и вообще оказалось, он умер. Для меня очень важно, чтобы Данте пришел и спас его, отвез в реанимацию, помог, сделал переливание крови, все что угодно, только бы он жил. И мне грустно стало что-то. Ну, наверное, это просто в связи с какими-то изменениями в организме. Фиг его знает. Так что давайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте своим друзьям, предлагайте свои любимые игры любого жанра и любого стиля. А также вступайте в мою группу ВКонтакте, где я буду писать новости, обзоры некоторых игр, которые я буду проходить, чтобы вам было интересно. Буду проводить опросы, конкурсы и так далее и тому подобное. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь. Пока!